конце января вся страна отметила 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В связи с памятной датой в историко-культурном центре прошел урок мужества. Посетили его ученики 7 класса 9 школы. Они смогли увидеть документальные кадры, услышать воспоминания жителей и изучить письма очевидцев. Оборона северной столицы стала ярчайшим примером массовой стойкости и терпения, непобедимости духа его жителей. Ученики узнали о пугающих цифрах тех лет. 125 грамм составляла суточная норма хлеба. 872 дня длилась блокада Ленинграда. Героический подвиг Ленинграда навсегда останется в памяти. Блокадники – пример стойкости и мужества. Их история должна быть на устах и у подрастающего поколения. Я считаю, что это очень главное событие, потому что ленинградцы, не имея возможностей и ресурсов, они до конца защищали и свой город. Они сражались до конца, у них был дух, они хотели выстоять и сражались за свою страну. Урок мужества позволил ученикам обрести представление о том, через что проходили люди в осажденном городе, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.